Зеленый прополис от Атоми. Продукция состоит из трех баллончиков по 30 мл. Применять два раза в день, не более 4 нажатий за раз в полость рта. В состав продукта входят такие компоненты, как экстракт зеленого прополиса, экстракт корня цикория, экстракт перечной мяты, экстракт солодки, красный концентрат колокольчика, экстракт из корейских трав. За основу взят бразильский зеленый прополис, который известен высоким содержанием коричной кислоты, очень мощного антиоксиданта. А еще особые природные условия, в которых пчелы производят зеленый прополис, в регионах Минас-Жерайс и Сан-Паулу, делает бразильский прополис особенно сильным и эффективным. Чем полезен прополис? Прополис является очень мощным средством, повышающим защитные силы организма. Он эффективно уничтожает вирусы, бактерии, патогенные микроорганизмы. Ученые до сих пор не обнаружили ни одного микроорганизма, который был бы устойчивым к действию прополиса. Прополис является противовоспалительным и противогрибковым средством, борется с онкологией, выводит из организма токсины, омолаживает организм, стимулирует обменные процессы, снижает холестерин, ускоряет регенерацию тканей, положительно воздействует на нервную систему. Прополис отлично зарекомендовал себя в лечении язв и гастрита, особенно если причиной возникновения этих заболеваний является хеликобактер. Прополис повышает иммунитет и способствует профилактике вирусных заболеваний, что, несомненно, актуально на фоне сегодняшней пандемии. Команда Балхай желает вам здоровья с продукцией Атоми. Подписывайтесь на канал, смотрите новые обзоры, ставьте лайки. Спасибо за внимание. До новых встреч!